Готов, нет? А куда мы? Беги, не оглядывайся. На полпути к точке! Полпути? Я Чики Донахью, и меня не должно быть во Вьетнаме. Чик, давай вылезай из постели, вставай. Вот так всю жизнь проспишь. Вот же придурки. Домой! Не позорься сама и семью не позорь! Весь бойцы наши видят это по ТВ. Знаете, чего я хочу? Махнуть во Вьетнам. И отыскать там земляков, что сейчас воюют. И просто угостить пиво. А я бы взялся. За что? За доставку. Он несерьезно надрался. Вон, гляди. Треск, как стеклышко. Пьет пятый стакан. Максимум. Я еду во Вьетнам! Угостить их пивом! Да! В ближайшее время во Вьетнам ничего не идет. 17:00. Сегодня? Да, будет непросто. Но я докажу им, что вся страна болеет за них. Тебя там убьют, вот увидишь. Ты говорила, все что-то делают, а я прохлаждаюсь. Явиться с пивом на войну. Да, не самый умный поступок, но и далеко не худший. Можно начать отсюда, с Коллинза. Вот, доставил пенный привет из дома. И если будешь жив... Американец? Из Нью-Йорка. Спасибо! Потом заскочишь к Дугану. Та-да! Чики, привет, пивка. Тебе тут не место. Тебе смешно, да? Это не ради прикола, ради друга, ради всех вас. Подъем, уходим. Все закончилось? Да, ты убит. Ты ведь это не всерьез, Чик. Здесь не вестерн с Джоном Уэйном, где знаешь, кто герой, а кто враг. Я приехал не за тем, чтобы через день умотать. Война. Кому как не нам ее освещать. Ты же видел солдат. Мальчишки. Пацаны. Скоро поймешь, что попасть на войну куда проще, чем вернуться с нее. Я хочу показать им, что оставшимся дома на них не плевать. Широкая у тебя душа. Мозги жаль подкачать. Что за дебилоид? Земляк сосед мой, привез мне пиво. Привет.